зажаренные. Здравствуйте, друзья. Утро начинается с завтрака. И вот это вот. Это что у нас? Капучино. Друзья, вы представляете себе капучино? Вот я так потрясу немножко. Вот вы видите, как оно трясется. Так, кто-нибудь хочет попробовать и сказать, что там? Да. Ирина. Так. Вкусно. Так, если бы мы хотели сравнить это с музыкальным произведением, с каким бы мы это сравнили? Я подкалываю, Ирина у нас, она преподает музыку. Ага. Так, скажи честно, скажи. Альбенец, знаешь такого композитора? Фамилия? Альбенец. Нет. Spanish composer. Да вот точно. Так. Да, вот так. Вот так бы я сравнила. Ну, это круто, да. Да, видишь, как выкрутился. Да. Светочка, что это тебе за омлетик такой принесли? Якобы это называется как бы Big Boy. Нет, ну Big Boy это... Но это якобы омлет с куриной. Но тут курицы я не вижу. Куриный омлет. Тебе больше нравится мой, бери мой. Это что такое у нас? Ну это то, что ты запутался я. Они так, сами запутались. Что за омлетик вот этот? Так, давай, разрезай пополам. Они пытаются выяснить, который из них спэниш. Вот а где вилки? Вот это спэниш. Это спэниш. Так. Ира, а у тебя что? С каких дынь? Чтобы я так это знала. Это тоже дыньки, у всех дыньки. Это папайя. Папайя. Ну что же, приступим. Друзья, я свой-то не показал. Вот ну, у меня вот, такой там, значит, это вот огромный бутербродик. Бутербродик. Давай, отрежь. Вы видите, друзья, как мы, выйдя из гостиницы, пакуемся в такси. Значит, вот женщина в красной, в розовой рубашке, это таксист. Значит, парень рядом с ней, работник гостиницы. А мы тут три пары с диким количеством багажа. Я не знаю, как они умудрятся столько багажа запихнуть в машину. Мне это немножко странно. Но вот идет процесс упаковки. Нам сказали, что на 6 человек одно такси должно справиться. Хотя я не знаю, тут еще осталось. Так, ну. Все, будем выяснять. Так, мы видим, что тут еще кое-что осталось, не зашло. Нам говорят, вы давайте, мужики, упаковываетесь, а мы тогда вас багажом так, заложим. Давай. Пошли внутрь. Вот мы тут набились внутрь и... Видите, привычными движениями. Привычными движениями тут упаковывается багаж. Недолго продолжалась наша поездка, друзья. И вот этот вот лайнер, на который мы сейчас навели нашу камеру, на нем мы едем. Вот тут очередёнка такая на погрузку внушительная. Но движется она быстро. И мы тут вот нашим коллективом, который продолжает расти по мере продвижения очереди. Очередей, друзья, мы отстояли две. Одна, вот то, что вы видите справа, это люди с багажом. Они стоят, чтобы взять багаж. А вот тут, для тех, кто сдал багаж, мы стоим, чтобы загрузиться на корабль, показать паспортишко там, регистрацию, что там положено. И вот видите как, одна очередь – это недостаточно. Друзья, нам ли, выросшим в очередях Советского Союза, да, огорчаться или там, допустим, сильно нервничать? Нет, нет, нет. Но надо сказать, что очереди всюду, очереди длинные, народ дружелюбный, никто не дерется, никого не обижает. Все очень хорошо. Вот, друзья, только что оттуда мы зашли на корабль. И это первое, что мы здесь видим. Боря, на каком мы уровне сейчас? Это четвертый, это пятый. Вот елка на пятом. Да. Так. И там как бы улицы, шопинг. Но мы еще погуляем, да, друзья. Первые впечатления вот от кораблика нашего. Привет.